Всем привет, меня зовут Елена, и сейчас я буду готовить очень вкусный суп гречневый. Итак, что нам понадобится? Нам понадобится мясо на косточке, у меня куриное, 2 зубчика чеснока, лавровый лист, сушеная петрушка и укроп, лучше взять свежую, картошка, 5 штук вот таких у меня средних, лук, морковка, 3 столовые ложки гречки, черный перец и душистый перец. Добавляем все по вкусу. Соль и масло растительное. В кастрюлю отправляем наше мясо. Пока у нас мясо варится, нарезаем овощи. Картошку нарезаем сначала. Нарезаем так, как вы уже привыкли. Чеснок измельчаем. Морковку натираем на терке. Картошку кладем к мясу. Картошку будем варить примерно 10 минут до полуготовности. Далее будем добавлять гречку. Обжариваем лук и чеснок. Примерно где-то 1 минуту. Ну вот, это достаточно. Лук у нас поменял цвет. Добавляем морковь. Тоже обжариваем слегка. Тоже примерно где-то 1 минуту. Можно слегка посолить. Примерно щепотки соли достаточно. Поперчить. Такой аромат пошел вкусный. Это перемешиваем. Теперь добавляем гречку. Все это перемешиваем. Добавляем нашу зажарку сюда же. Все это хорошо перемешиваем. Добавляем соль по вкусу. Лавровый лист. Еще немного душистого перца нам не помешает. И теперь варим до готовности гречки. Примерно где-то 15 минут. Ну все, выключаем плиту. Суп у нас сварился. Такой вкусный аромат. Ну вот и все. Мой супчик ароматный готов. Если вам понравился мой рецепт, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и делитесь с друзьями. Пока!